Фейхуа. Фейхуа. А по-русски фейхуа? Да, он потерялся. Мои хорошие. Всем доброе утро! Всем утро доброе! Ну что, я вчера легла аж 3:30 утра, потому что мне надо было дострочить подарочки. Подарочки, которые мы сегодня повезем. Видите, какая я пушита, что пойду сейчас мыться. Сейчас позавтракаю, мыться. Вот. И буду убирать все свои вот эти вот синячки. Такие вот делишки. Я вчера встречала подарочки. Сейчас покажу. Смотрите, что я сделала. Похвастаюсь. Так, это просто был маленький заказик. Что мне было очень приятно, что человечек мне заказал, честно говоря. Это самая обычная грелочка из косточек будет вишневых. То есть мне человечек заказал шить просто как бы грелочку, чтобы она потом заполнилась косточками. Так что я все прострочила, сделала маленькую дырочку, которая потом все это дело заполнится, и можно зашить ручную. Оп. Потом сделала вот такую вот для карандашей. Положила ниточки, чтобы потом даже нитки подала ее, чтобы было одинаково. Вот такие вот динозаврики. Это можно для карандашиков. Саша. Помните, Саша к нам приезжал? Он и ваш Саша. La petite fille Саша. Pourquoi tu l'as fait ça? Parce que ça me fait plaisir, что мне нравится. Сделать приятно. Классно? Да. Qu'est-ce que tu en penses pour les ranger des crayons et tout? Нравится, да? Вот. Je pense qu'elle va aimer les dinosaures. А, она очень любит динозавров. Да. А вот смотрите, что это. А это для мамы Саши, блин, помялась. Вот, ты угадал. Берем блюдо с тортиком, с пирогом. Оп. Вставляем один. Вставляем другой, два. Ты неправильно говоришь, молодец. И вот таким вот образом сумочка для пирога. Да. Смотрите, как удобно. И красиво, и презентабельно. Оп. Так. Так. И еще один подарочек тут. Вот такой вот шеш. Шарфик, косыночка. Смотрите, как он огромный. Здесь 2 метра. Вот таким вот образом завязываем. Пожалуйста. Вот такая красотень. Можно одеть так. Можно одеть, накинуть просто на плечи. Вот здесь раз, раз, завязал. Вот, пожалуйста. Короче говоря, даже просто косыночку. Можно, вариантов много. Это очень красивая стелька, мне очень понравилась. Вот, то, что нашила я вчера. Я очень люблю делать подарки ручные. И получать очень люблю подарки, сделанные человеком. Для меня это значит это о том, что человек вложил столько энергии, сил, желания это сделать. Из-за этого очень люблю, когда люди делают. О, дети, Мишки нету кушать, дети. Дайте Мишке покушать, пожалуйста. Алиса, Рафаэль. Рафаэль, пожалуйста. Спасибо.
Это значит, человек вложил всю свою душу, всю свою энергию, чтобы сделать подарочек для меня. Ну, вот, так что такие вот подарочки получились у меня. Надеюсь, людям понравится. Ты мой сладенький, привет всем. Ты мой любименький, мой ангелочек. Мой ангел шикарный. Я проснулась сегодня, и знаете, что я видела, услышала, что дети читают книжку. Зашли в спальню, а там Рафаэль читает книжку Алисе. Да? Да. Ты ж моя умничка. Ты мамина сокровище. Иди, очки одень, у тебя глазки болят. Иди. Да, ты глазки болят. Вот, это все, пошли мы завтракать. Арно сейчас будет тоже просыпаться. Ну, не спит, он лежит, просто читает. И мыться, одеваться, и поедем в гости. И ку-ку, мои хорошие. Мои хорошие голос теряю. Так, ну что, мы едем в гости. Да, лисенок? Да. Да, балда. Да, балда. Мы едем в гости к одной русской девочке. Кстати, познакомились мы благодаря моему каналу YouTube. Вот, так что мы едем туда. И если будет хорошая погода, тогда, может быть, еще и погуляем там по празднику по одному. Так что, если будет возможность, все это дело, конечно, покажу. Так, мы уже рядом с Тулузой. Блин, самолет хотя показать самолет, он уже улетел. Мы уже едем. А что это было? Нет, мы сейчас видели самолет в земле. Ну, в земле. В небе. В земле самолет мы не видели, слава богу. Вот, мы уже подъезжаем к Тулузе и попадаем на Арьенцент. И. Блин, жалко, за деревом не видно. За деревьями не видно было эту ракету. Но мы как-нибудь приедем сюда, посмотрим. А, у меня два ему визита на Жоресе. Мы приедем как-нибудь посмотрим, покажем заодно. Ой, что это такое? Слушай, это тут еще листья были красивые, которые эти заразы пожрали. Это из семейства чесночных. Такой он уже отцвел. Такой красивый был, это с фиолетовыми цветочками. Слушай, никогда не видела такого. Из семейства чесночных. У меня второй был, который эти сволочи на корню сожрали просто. И листья такие, красивые были листья такие, знаешь, прям... Не знаю такого, никогда не видела. Я в Нарбоне была, когда на выставке купила там. Я просто время берем цветы, которые, кстати, более уже, кстати, экзотичные. Ну да, интереснее. Я тоже посадила пассифлору, купила две маленькие. Это вообще, это, как сказать, купила, я вырвала ее. Знаешь, сколько их корней пускает? Да. Если хочешь, мы можем найти еще, вырвать еще. А по-русски это пассифлора тоже называется или нет? Пассифлора, по-моему, да. А я думаю, может, неправильно я называю ее. Сушки гуся. Где? Как я тоже. Я такая. Я такая же. Я в этот езде. Стала все тащить. Да, у меня тоже другая. Места нет. Мало. Какая красивая тоже малинка-то. Обалдеть. Ду прям пахнет. Первый слой, потому что они, как сказать, они... Слушайте, смотри, какая фихуа. А по-русски фихуа? Фихуя. Смотрите, какая прелесть. Никогда не видела. Обалдеть. Слушай, вообще, как будто... Много бутонов. Обалдеть. А это кизил. В жизни не видела, кизил растет как. Обалдеть. Розы. Ой, слушай, какие розы, такие цвета пока. Обалденные. Я хотела букет дома поставить, а потом... Побужи. Сидеть. Смотри. И смотрят по сторонам, как-то странно. Ура, вам куда рогашки? Эй, чебурашки. Потушенный помонты. Окей. Руку Алиса, папа, давай. Рафаэль тоже. Пардон?
Уф, ну и одеяние, да? Смотри, какие у них хвосты остались. On fait le tour, je sais pas, ouais, on fait le tour. Allez, on fait le tour. Ouais, on va faire le tour. Non, ils ont déjà pas trop parlé. Давай. Ah, там лошадки, пойдем посмотрим. Три пути pour les enfants. Смотри, Алиса. Шевалье. Пойдешь поцелуешь его, Алис? Не хочешь? Иди целуй. Иди, иди, целуй. Иди, давай. Они стесняются. Ils ont peur. Ils ont peur. Какие игры интересные, да, Алиса? Пойдешь посмотришь поближе? А? Пойдем дальше? Давай маме ручку. Смотри, дерутся. Perdu. Allez, Zaytse. Ouais, j'ai gagné. Non, t'as mis le pied par terre. Ah. Boum. Faut pousser le temps. Толкай, 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 толкай. Юха! Отец против сына. А, уля. Avant, il y avait plusieurs forces. Il y avait trois filles là. Le plat de bouffe là, qui est plat, et puis plusieurs là. Minimum trois. Tu l'auras, ça peut être difficile. Alice, Alice. Échanger. Mets-toi là. Allez, Raph. Pas au visage. Вот сейчас будут драться, наверное. А! Сейчас будет драться он там. Точно, точно. Фиг разденутся еще. Кошмар. Я пошел. Ой. Ici présent, un aigle royal, Wakan, 9 ans,
Il voit 80 images secondes, a des capacités d'aller à des hauteurs d'avions de ligne. La fauconnerie commence en Mongolie, il y a 5000 ans. Je suis en position de domination puisque je suis sous lui, ma tête dans ses serres. Et vous pouvez remarquer que cet aigle n'en profite pas. Je vous laisse au bord de domination puisqu'ils sont tout en haut de la chaîne alimentaire. Wakan, ici présent, est capable de faire de rappels, de grands vols. Mais je vous propose de vous le présenter au camp de manière... И мучить. Мамка такая оптимистка. Папы все потерялись, что-то нашли. Мои тоже ушли. А, Алиса здесь. А где твой папа? Не знаешь? Алиса, иди, иди вперед. Нам сюда. А сюда не пошли или нет? Точно? Алис... Нету. Али, поехали, пошли дальше. А, браво, молодец. О, мячи какие классные. Нет, мы вам купили уже мячи, дети. Назад, поехали. Мы покупали уже мячи. Красиво. О, какая красивая. Таню, что за дерево, за цветок вот это? Это клематит, по-моему. Клематит. Это клематит. Как у нас дома. Маме даешь? Ну давай, маме. Аккуратно поцарапай. Какие утки смешные. Шапочка прикольная, да? А этот уже куда? И у меня круг такой. Не говори. Ты белая. А сына у меня с вас он бекля. Мом, джи. Видели? Какой-то у перья. Ай-яй, он кучерявый. А этого ёлки. Он прям куча. Смотри, Алис, вон цыплятки какие. Араф, смотри, вон цыплятки, видишь? Il faut les donner aux aigles là-bas, les poussins. Et là-bas, mon dieu, énorme. Non, non, partage pas. Ils aiment bien, apparemment. Bah ouais, non, ils nous gardent tout. Смотри, какой. Огромный. Алис, видишь, какой огромнейший? Алиса. Давай посмотрим, какая красота здесь. Обалдеть. Смотри, какая красивая. Так хорошо отреставрировали. Пойдем поближе. Пойдем. Туда нельзя, Раф. Пойдем сюда. Ой. Алис, пойдем посмотрим, как вручную шьют. Смотри, здесь все ручками делают, видишь? Смотри, как ручками шьет, как мама дома шьет, только вручную. Смотри, какая красота. Эй. Алис, иди посмотри, как пряжу плетут. Смотри, как ее плетут. Видишь, какой аппарат был раньше? Вот это, видишь, вручную все делают. И потом... Avant, je savais faire. J'ai perdu l'habitude, on dirait. Ah, ouais, ouais. Non, celui-là, celui-là, t'as vu. Il marche pas trop bien. Какой это? Смотри, как наши выйти. Это просто платок. Офигеть. Честно говоря, даже не знаю. Это хлеб, наверное? Да, муку. Ага, это муку. Tomber como essa voz.
Après, par contre, j'ai échangé avec d'autres pays. Bio. Bio. Да, почему она не повернется и вот так не идет? Неправильно замотали стекло. Рафа, отойди в сторону, Рафа, отойди. Уля. Что будешь делать? Не хочешь? Сильно? Еще? А где Рисаля? Смотри, Рафа их раскалил. Я шуфи и потом бьет. И ку-ку, мои хорошие, ну что, мы уже приехали с гостей, приехали с полными руками, с полными, как сказать, впечатлениями, потому что, конечно, такое окей было, такое гостеприимство было, конечно, обалденно. Мне, честно говоря, даже стало стыдно за мое ужасное гостеприимство, как я принимала Танюшку у себя. Танюшка нас приняла. Столы заставлены, вот как у нас в России, ломились от яств, что называется.
Несколько блюд на антрей, на входящее блюдо. Такое вкусное было основное блюдо. Я просто обалдела. Просто обалдела, потому что... Я не помню, чем я Танюшку встречала, но этим, мне кажется, обычно. Я уже не помню, что это готовила, что такое было на обычное, как всегда, знаете, французы. Входное блюдо, основное блюдо, десерт. Все, больше ничего. Я, короче говоря, офранцузилась, блин, позорище. Вот, конечно, знаете, в Танюшке побыла в гостях, в Танюшке у Олега побыла я в гостях. И... как дома побывала, вот прям почувствовала, как будто я домой съездила в гости. Такая вот атмосфера теплая, домашняя, так, ну, очень приятно, честно говоря, очень-очень приятно. Я очень рада, что я познакомилась с Танюшкой через YouTube, благодаря моему каналу, очень рада. Надеюсь, будет дружба наша, говорится, продолжаться, потому что и мужики, я смотрю, так они прекрасно между собой общались, замечательно. Вот, так что надеемся на такое вот отношение. Так, мы тут приехали, у нас посылочки оказались, видимо, со вчерашнего дня, мы вчера не открывали почтовый ящик, заодно вам покажу, что есть, получается, посылочка. Так, иначе открывать, но нет, надо сначала показать. Покажу. Не помню, что это. Кисти. Я получала уже сегодня кисть, не сегодня, а другие дни кисти. Кисти куча, и маленькие, и побольше, и всякие. Боже мой, столько и краситься не крашусь-то. В сумочке в такой прикольно. А это что? Потом. Ай-яй-яй. Блин, надо закрыть ставни. Открываем. Так, что же это такое? Я уже не помню, что заказываю. Знаете, кликаешь на этих сайтах, на китайских. А-а-а, палетка. Боже мой, я же даже ей пользоваться-то не умею. Рафочка, что он делал? Зай, пройдет, я ничего не могу делать. Пройдет все. Зайчик, не ложится спать. Время поздно уже. Мама, целуй спать. Окей? Так, буду сразу выкидывать мусор, все поочередно. Вот такая вот палетка, видите? Сейчас я сниму вот эту вот пеночку. Такие цвета. Честно говоря, не знаю, как ими пользоваться. Зачем заказала, тоже не знаю. Видимо, что это было за 1 или 2 евро, как всегда. Не знаю. Посмотрю, почитаю в интернете, может, научусь пользоваться такими палетками. Вот, так что вот, кисти неплохо, некоторые кисти мне, конечно, понадобятся. А палеткой, конечно, надо научиться пользоваться. Мне какая-то большая посылка пришла, видимо, которая под подпись, потому что так просто не оставили. Но, видите, у меня вчера не было, мы вчера были на рынке. И вчера даже не посмотрели мы почту, не подумали, и написано, во вторник, я целый день буду на работе, а тогда Арно попрошу, может, он съездит, заберет. Так, что-то там еще у меня, что-то тут еще, опять китайские сайты. А, это я знаю, что это. Я себе заказывала вот эти спонжики, так вам правильно называть. Тоже там, наверное, за 1 евро вот такое, видите, такие вот я взяла, маленькие они, мне достаточно просто помазать вот здесь, покраситься. И вот они всех разных цветов, 4 цветов. Кстати, будет классно, я вам сделаю видео, потому что я заказала силиконовый такой вот спонж, по-моему, правильно называется, краситься. Силиконовый, я ему уже попробовала покраситься, скажу вам потом, какой результат. И сделаю вот видео, чтобы вот с такими спонжиками расскажу, какой чего стоит, не стоит. Хотя, наверное, такие уже видео где-то были, я больше чем уверена. Бьюти-блогеры, наверное, все это дело рассказывают, не то, что я там. Я какой из меня бьюти-блогер? Никакой. Вот, так что покажу вам все это дело. Так, сложу обратно в упаковочку. Мне черешню Танюшка с Олегом дали. Смотрите, сколько. Целую огромную корзинку, так что будем лопать. У них такой сад, обалденный. Из вишенки Танюшка сварила варенье. Будем кушать варенье. Вот. И тут еще мне Танюшка дала классный такой костюмчик Алисенку.
Я ей еще не показана, будет довольная. Обалдеть. И много вещей, много. Самое классное. Дальше я, конечно, не смотрела еще, но вот это я обалдела. Я представляю мою куколку в этом платьишке. Спасибо большущее, спасибо громаднейшие мои хорошие Танюшечка и Олег. Ну, Олег, конечно, не смотрит на эти видео. Танюшка, тебе огромнейшее. И Олегу, конечно, спасибо огромнейшее за то, что вы нас приняли в гости. То, что мы как-то познакомились поближе. И, надеюсь, будем поддерживать все эти отношения. Вот, мои зайцы уже спать легли, но не спят, потому что они выдрыхлись по дороге. Арну уехал выгуливать собаку на велосипеде, а я сейчас буду разбирать все это дело по местам и буду делать монтаж, потому что я вчера ничего не выкладывала, точнее сегодня ничего не выкладывала, потому что у меня был видеодирект вчера, конечно, глупый какой-то директ получился, но все равно хоть поболтала. Вот, но из-за этого, конечно, я провела время в этом директе, не смогла ничего делать с монтажем. Так что сегодня буду делать монтаж, выставлять, и это моя вся работа на сегодня. Все, я всех целую, я всех обнимаю, всем сейчас вас подражню. Пока-пока!